Всем привет, друзья. Слушай, я к поросятам. По традиции генеральная уборка. Гляньте, какие уже булки мои подросли. Белые, брезгливые, черные. Нет, черных можно и почухать. Уже такие, я думаю, килограмм по 20. Прям шикарно растут. Ну, уже и БМВД добавляю, и все. Тому подобное. Обстрел у нас идет. Обстрел идет рядом. Выход и приход. Ну ладно, не об этом. Ролик о поросятах. Накосил свеженькой только что травы. Так что будем натянуть. Есть. Боня, ты тетка такая ленивая стала. Поешь вкусного. Этим четверым надо побольше прям. Побольше, побольше. Не знаю. Супер основали это Машка. Может ее не Машкой назвать, в общем. Или не супер, но не знаю. Будем смотреть. А та белая Машка с женихом сейчас живет. Мы сейчас пойдем к ней. Она уже неделю с ним живет, но она не замечала, что была в охоте. Так что живет пока просто так. Потихоньку там огрызается. Ничего страшного. Эти с туалетом вообще классно разобрались. Тут четко подчищаю. Здесь спят. Так все хорошо. Забываю купить липучки. Надо купить липучки. Эти тоже, ребят, ходят в туалет сюда. Ну а здесь спят. Тут травка свеженькая. Тут вам еще и на утро будет. Эти не доели, а эти прям вылезали. Пузо понабивали. Вкусная трава, да? Да, вкусная. Опять выход, сейчас будет приход. Справимся, ребят, с огородами и будем все-таки убирать уже вот этого черненького и черненького кабанчика. Сейчас, не успеваю, сегодня пошел прорвал кукурузу. Я ее обрыскал, у нас там огород много пырья, не знаю, бурьян такой. В общем, побрызгал против него и прорвал. Кукуруза немножко сейчас подтянется, ей надо еще прополочку сделать и все. Не пропалим сейчас, чтобы нормально подействовала химия против сорняков. А ты супороста. Да ты то тумба. Боня, прохолостишь, берем еще раньше зимы. Она такая уже медлительная стала, ребят. Дама в возрасте. Хотя последний опорол 16 поросят. Даже неплохо. Вроде бы с возрастом падает количество поросят, а у нее наоборот, с каждым опоросом все
увеличивается. Этих тоже, ребят, кого лишнего доведем до зимы и уберем, потому что именно поэтому я ими добавки покупаю, и все, чтобы до зимы они были шикарные. Это видно, девочка белая, это вот немножко отстала, но такое же. Если все ровненькие, но она немножко отстала. Он та, что возможно суп растет, ну так не поймешь. Ну что, пойдемте дадим Машке с женихом поесть, да? Все, приятного аппетита. Эх, надо было свет включить. Ну ладно. Ну что, жених и невеста. С этого букву Т мне нарисовали. Вы что-то хотите мне сказать? Может, свет включу в сарае? Что-то нас ничего он толком не дает. Надо им здесь вот над ними лампочку повесить, потому что тут где утки свет хоть что-то дает. Маш, пусти жениха в траве. Еще одна лентяйка. Грязная, ребят, жарко. Ходят, все это вымачивают. Туалет ходит где попало, потом в это же ложатся, но ничего не поделать. Еще один выход, сейчас будет приход. Вкусная трава, Маш? А, вкусная, скажу. Так, ну все, ребят. Такие дела со свинками, все в порядке. Машка все с женихом будет жить. Я думаю, как месяц, так точно. Ну все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. И всем пока.